Меня зовут Семен, я директор компании «Светактив». Наша небольшая витрина – это объемная буква, образец. Это мини-бегущие строки, светильники, светодиодные бейджики. Можно сюда запрограммировать что-нибудь. И вот так вот, например, закрепить. Часто берут официанты. Здесь у нас система вызова персонала, iBells. То есть вот эта вот кнопочка ставится на столике. Если вам нужно, например, счет или позвать официанта, то вы нажимаете кнопку, и у него на пейджере загорается номер столика, либо же возле бара расположено вот такое табло, где загорается номер столика. 3D-светильник. С 10-й попытки, с полного нуля, я создал компанию «Светактив». Световые таблички, они всегда как бы были такие вот более приземленные, более простой, что ли, и близкой темой. Я на них немножко зарабатывал. Нужно делать то, что получается. И вот я занялся вот этими эконом-табличками. То есть в них большой плюс то, что они готовы. Если табличку заказывает только что открывшийся там салон красоты или парикмахерская, или там кофе с собой, то буквально через 2 часа к ним приезжает курьер, они вешают эту табличку, и она уже привлекает к ним клиентов. Мы делаем такие световые панели, в которые вставляется напечатанное изображение, бэклит. Эта модель называется «Кристалл», потому что у нее прозрачная светящаяся рамка. А это панель «Магнетик». Бэклит здесь закреплен при помощи магнитов. Вот эта вот поверхность, за ней находится светорассеивающая матрица. Вот эта панель, она на токопроводящих тросах. То есть она прям на них висит, с помощью них же идет питание на нее. Мы постоянно изучаем новую электронику, новые светодиоды, новые блоки питания. Специализировались только на рекламе в окнах. Можно в окно повесить просто табличку, можно LED-доску, можно световую панель, можно бегущую строку, можно сделать на заказ, можно комбинировать вывеску с гирляндами, с каким-то дюралайтом, с гибким неоном. И это все привлекает внимание, это украшает город. Это красиво, ну, Москва светится благодаря нам отчасти. У нас появилось одно новое направление, это отдельное направление, это доски для рисования. Год назад первыми такую доску заказали Яндекс, потом мы очень долго разрабатывали доску для Высшей школы экономики, и сейчас именно по этому проекту у нас заказывают другие институты. И одним из самых больших наших заказов это был институт РУДН. Это наша стеклянная доска, которую заказывают институты, это наше собственное производство. Панели SolAir, под ней стекломаркерные доски, небольшая зона подготовки к монтажам, сборки, наша микроэлектроника, блоки питания. Здесь в центре Москвы расположен наш склад при офисе. Если бы я не занимался бизнесом, я бы занимался тем, как делать бизнес. Хотите сделать световой декор, заказать световую рекламу, сделать себе табличку, вывеску с вашей акцией, с вашим спецпредложением, с вашим логотипом, обращайтесь к нам, мы вам обязательно поможем.